Почему ваша компания принадлежит не вам? Акции компании принадлежат моей маме. К сожалению, она умерла полгода назад. Послезавтра компания станет полностью моей. Если сделка с китайцами выгорит, мы покорим весь мир. Если взорвется, то вы банкрот. Все имущество, включая акции торговой сети «Акация», завещал вашей дочери. Но у Вадима Георгиевича нет дочери. Нет ведь? Сигареты не угостите? Нет, не угощу. Курить вредно. Папа? Нет, он меня воспитывать тоже пытается. Вот я вас и попутала. Короче, дам тебе знак, начнешь драться. Барыниш, да, генеалогическое древо у тебя, что ли? Баронесса. Ты что здесь делаешь, а? Ты даже не в курсе, что она у тебя тут работает? Мам! Мам, ты кто он? Я твой отец. Переходи ко мне на темную сторону. Пообщаешься, денек, с родителями? Нет, вы будете врать и манипулировать. Буду говорить только правду. Ничего, кроме правды. Скажи, там этот козел случайно не рядом где-нибудь пасется? Вот крутит попой перед толстой тетей. Филомиш мой родной. А ну-ка, сожми. Вот. Как его зовут? Рыбак зовут. И охотник. Сказал бы ты еще. Ты мириться приехал, но не бабло же отжимать. Человечку надо поискать. Бросай ты все это барахло. Один хрен разорят тебя. Мы с ней подружились. Дочь или компания? А ведь хотела ваша мама отдать вас в самодеятельность. Не фотогенично я. Одних бандитов вы предлагали играть.